Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту WebFlex 24, где нам при регистрации дают бонус 5000. Мы их ставим на депозит и нам начисляют на эти 5000 накопительный счет. У нас идет денежка. Но речь не об этом. Я хочу проинформировать вас насчет бонусного счета. Если у вас есть денежка на бонусном счете, то можно ставить на депозит. Когда мы первый раз я регистрировалась, у меня здесь было 5000. Я их поставила на депозит, потом мне еще накапало 2600. Как бы бонуса я их пробовала ставить, но на тот момент было не поставить. Только 5000. Ну вот они у меня здесь все висели. У них тут поменялись правила, если кто не знает. И я вот то, что было у меня 2600, поставила на депозит. Мне капает, как бы, денежка капает. И вот у меня осталось еще 150 рублей. И сейчас я вам покажу, как их ставить. Значит, давайте... у меня еще на балансе 131 рубль. Я их сейчас поставлю на вывод. Так, где у нас вывести средства? Выбираю Payr. Так, счет выбрать. Счет. Так, номер кошелька. Сюда сумма. 131.00. И нажимаю перевести. И сейчас перейдем. Все, заявка оформлена. Закрываю вкладочку. Теперь бонусным счетом. Мои бонусные счеты. Сейчас покажу. Так, работа. Ваши пакеты. Вот мои пакеты. Возвращаюсь в самый низ. Так, в самый низ. Вот, 5000 при регистрации давали. Потом я 50 рублей депонировала свои. Я их уже давным-давно вернула. Сейчас у меня чисто прибыль идет. Потом вот я купила за 600 рублей пакет. Приобрела вот на бонусные денежки. Под 0,60%. Далее. И вот за 2000. И за 50 рублей. И вот эти теперь 150 рублей. Сейчас я вам покажу, как ставить. Нажимаем инвесторам. И вот здесь у нас, смотрите, по 50 рублей. Вот 600 рублей я покупала, ну, приобрела на 6 месяцев. И за 2000. Выбираем выбрать. Так. Ваш, так, это счет. Выбрать. Так, укажите сумму 50. Я 3 пакета могу на них взять. Нажимаю купить. Пакет приобретен. Закрываю вкладочку. Обращаю ваше внимание, у меня стало 100 рублей. Я опять иду сюда, нажимаю. Опять я выбираю. Чтобы они так просто не висели. Чтобы денежка капала. Потому что они будут идти нам конвертироваться на вот на этот счет, на накопительный, а потом уже этот накопительный будем конвертировать, я писала в прошлом видео, уже в деньги, как бы, в рубли. Так, и последний, вот у меня 50 рублей осталось, 3 пакета я сейчас приобрету. Так, выбрать, и без проблем сейчас все покупается. 50. Все, я приобрела. У меня теперь по нулям. А накопительный счет я в прошлый раз показывала, что они конвертируются. Можно вот конвертировать. И 5. Вот на данный момент у меня 843 рубля. И они конвертируются, как бы, вот у них своя, как бы, тут конвертация идет. Это значит, у меня 5 рублей 55 копеек. Я, если хочу, конвертирую, если не хочу, закрываю. Так, далее что? Давайте перейдем. Сейчас я обновлю страничку. Перезагружаю. Пришли мои денежки. Так. Потому что очень быстро, почти инстантом. Вот красное, это значит вывод. Наверное, нет. Давайте перейдем на Payr, посмотрим.
131 рубль. Нет, сейчас поставлю на паузу и обождем немножечко. Ну вот, не прошло и 5 минут, денежка поступила. Сейчас я страничку перезагружу. Так вот, вывод 131 рубль, мой вывод. Вот он здесь. Далее идем на почту. Пришло мне письмо. Все выводы я публикую у себя на страничке ВКонтакте. Плюс 131 рубль, 15.06. И вот такой вот у них комментарий. И на Payeer. Нажимаю сюда. 15 июня. Перевод выполнен 131 рубль, инкун и номер. Все замечательно платят. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Ставим бонусные на депозит и зарабатываем. Потом конвертируем денежки уже на основной счет для вывода. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.